Марку всего 2 года. Будучи еще в животе, мама ребенку поставили диагноз – сосудистое кольцо. Это патология в строении аорты, которая может сдавливать органы, в том числе сердце. Пока с мамой Натальей они только наблюдаются у врачей, впервые у томских. Как правило, там, в большинстве случаев мы консультировались у кардиохирургов, то есть этот диагноз до жизни вообще никак не отражается. Но есть случаи, когда времени медлить нет. Многим из этих ребятишек с нарушением ритма и пороком сердца может понадобиться высокотехнологичная операция. Пока малышам на Алтае таких не делают, они в планах. Поэтому решают проблемы благодаря сотрудничеству с коллегами из других регионов – Новосибирска, Кемерово и Томска. Это не только консультации детей с целью отбора на дальнейшее хирургическое лечение. Это обсуждение совместное со специалистами Алтайского края этих детей, дальнейшая тактика ведения данных детей с данной патологией. На прием к специалистам Томского НИИ кардиологии можно было попасть только по направлению лечащего врача и пройдя отбор. В этот раз посмотрели больше 100 детей. Все, кому потребуется операция, поедут в Томск и смогут сделать ее бесплатно, по квоте. Всех, кому показана госпитализация к нам, либо для обследования, либо для проведения оперативного лечения, мы берем всех. То есть мы никому не отказываем, если это надо, вплоть до экстренных детей. То есть если тяжелые дети с врожденными пороками сердца, их везут скорой помощью, берем их сразу. Подобное сотрудничество алтайских врачей и кардиологов из федеральных центров Сибири уже многолетняя традиция, которая будет продолжаться. Ведь медикам удалось спасти 100 детей. Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. День с толком.